Проезда нет, работает ярмарка. Новогодняя торговая площадка временно разместилась на улице Октябрьской от Некрасова до Советской. Хоть столбик термометра сегодня утром показал минус 25, у сурийцев это не смутило. Продавцы с охотой принимали покупателей. Я рядом живу, вон через дорогу. Не, почему? Я постоянно прихожу сюда, можно что-то купить, знаете, домашнее, такое вкусненькое, чтобы можно было порадовать своих родственников, на стол поставить что-то. И правда, такое в магазине не купишь. Чайные сборы, дикоросы, таежные ягоды издалека привлекают внимание прохожих. Очереди выстраиваются и за рыбой, или домашним мясом. Дали на место. Мы с удовольствием пришли на ярмарку. Мясо с Воздвиженки, с нашей села. Телятинка молоденькая, вкусненькая. Если хочется чего-то особенного, то вот мясо бобра. Рядом лосятина, косуля, говядина, индейка. Натурально, без добавок, уверяет продавец. Консервы делают на заводе в Красноярском крае. Для Приморья пока в новинку. Есть только в нескольких магазинах региона. Мы представлены в магазинах Владивостока, например, 5 вкусов Ярпи, в Артеме, в Авиаторе. Скоро зайдем, получается, после Нового года в Реми. Вот, в Уссурийске мы у вас только здесь, где рынок. Там у нас есть точка торговая. Вот первый раз на ярмарку к вам приехали. Многие из участников ярмарки уже давно известны в округе. Например, своих постоянных покупателей ждут на этой торговой точке с продукцией из Воздвиженки. Мы этим продуктом занимаемся уже очень много лет, уже больше 10 лет. В основном мы занимаемся соленьями, и в основном это все бочковой продукт. То есть бочковые помидоры, бочковой огурец, яблоки моченые, ну капуста. Без этого никак. Помимо продуктов, на ярмарке можно купить теплые носочки или шарф ручной работы, а для создания новогоднего настроения – праздничную атрибутику. Статуэтки, календари, украшения для интерьера, еловые веточки. Я пришла определенно. Я почему-то точно знала, что меня ждут с тыквой. Ну, не только. Вот, пожалуйста. Столько, глаза разбегаются. Ну, что вы. Вот, смотрите, вон сало, вон то. 480, в магазине 500 с копейками. Вот, дешевле все равно, да, и лучше. Новогодняя ярмарка продлится до субботы. Режим работы с 10 до 16 часов. Но с учетом того, что на улице обещают рекордный для этой зимы минус, некоторые торговые точки могут закрыться раньше. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс.